банка с огурцами, со сорти замерзла напрочь. Льдом взялось. Не-не-не. Лед. И не только банка, тут и молоко. Молоко на столе вообще на столе стояло. Но банка там на полу в шкафчике стояла. А молоко, лед в коробке на столе. На кухонном. Вот у собаки еда тоже замерзла, вода. Ложка аж примерзла. Но... это в квартире, такой вот холод. Я утром положила, себе готовила, утром положила тарелку. Она замерзла, мне пришлось поднять на духовку. В батареях тоже холод, вода не бежит. Чё? Её там нету воды. Я... у меня вот то же самое дома. Кран открыла, а воздух туда тянет. Ну, тут в углу плитка стоит на полу. Вот юбилейная 5, квартира 2, тоже даже вот не открывается кран, замерзла вода, не бежит. Кран даже замерз, вон лед. Печка сутками топится. Дом аварийный. Кругом все сгнившее. Да, не бежит. Аж лед в батарее. В крану аж лед. Дом аварийный, для жилья уже не предназначен. Да, да. Чего мешает, никто не перезванивал. Вот тут тоже вода не бежит. Кофе будешь? Батареи замерзли. Кофе будешь? Чай буду. Чай черный? Кружку достань себе из шкафа. Миша.
Все, не греет ничего, все вот холодно. Батареи, вот откройте. Обои, кран, что кран, обратка? Откройте. Он не открывается, не бежит. Не надо открывать тут. Видишь, теплофон стоит, батарею греет. Вот так и живет тетя Рая, замерзает. Вся на на каминах. Вырастила, отдала родине и дожилась. Миша, достань кружку тебе, вон, сюда. Вот плитками спасается и каминами. Какой там? Кружки.